Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает «Де-факто». В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Спасли от ледяной воды и от горячей. В регионе экстренные службы поработали на славу. Накануне вечером в Речицкое райподразделение МЧС поступило сообщение о задымлении и затоплении котельной в частном доме. Звонил ребенок. Здравствуйте. У нас там дома котельная. Там вода уже течет. Что ты там в котельной видишь? Ты мне расскажи, что у вас в котельной? У тебя там дым, у тебя там огонь. Там вода течет, папа отключил, там очень уже много. По прибытии на место работники МЧС выяснили, что в помещении котельной произошел порыв трубы. Горячая вода хлынула из системы отопления. Дети, к счастью, не пострадали. Девочка-школьница вместе с младшим братом ожидала спасателей на улице. Как сообщили в МЧС, один из родителей на момент аварии находился в доме в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мама узнала о случившемся от спасателей. События застали ее на работе. Тонкий лед на Ипути чуть не забрал жизнь молодого человека. Крики о помощи спасатель Добрыжской станции «Освод» услышал во время утреннего обхода. Найти пострадавшего помогла местная собака. Молодого человека быстро достали из полыни и отнесли на спасательную станцию, откуда его и забрали медики. В ходе беседы с потерпевшим было выяснено, что он накануне прибыл в город Добруш к своим бывшим сослуживцам. В ночное время, заблудившись, вышел на реку Ипуть. При этом раз в пять проваливался. Вот. В пятый раз он уже был не в состоянии самостоятельно выбраться из воды и стал звать на помощь. Ехал страховать новый автомобиль и не успел. Накануне обладатель новенькой Audi поставил машину на учет в ГАИ, а сегодня планировал оформить каско. Но дорогу в страховую компанию ему преградила женщина на Renault Duster. Авария произошла на пересечении улиц Советской и Тельмана. Водители и пассажиры обоих автомобилей не пострадали. Машины же получили значительные повреждения. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания.